Реально, что какое-то волшебство. Знаете почему? Потому что вы не поверите. Вы не просто не поверите, что сейчас было. Я, короче, прикиньте, пришел в курилку, достал сигарку, решил еще, значит, достать прибор, чтобы справить нужду. И прибор поворачивается вот так. Он же снизу лежит, да, прибор? Ну, я образно просто так, как будто, ну, чтобы вы поняли. Он так поворачивается снизу, на меня смотрит, говорит: братан, бонуска выпала, вай-вай-вай, беги быстрей, прикиньте, вот как. И говорит: я не хочу уже, я, говорит, уже не хочу. Вот как вот, блядь, вот так. Ладно, давайте выберем. Федор Омелянчук, 1-4 за нос. Братка, только один у нас, один. Вай-вай-вай, это что такое, я ни разу не выбирал. Это хорошо, ребята? Ой, блядь. Тихо, подождите. Это что-то интересное может быть. Первый раз я вот это вижу, золотая. Саша Штык 3. Ладно. И 3, и 3. А, еще выбирать. Ваня Гоблин 7. Отставить. Есть 1, 2 и 4. Ну, конечно, Папин Голар. Конечно, Папин Голар, наш дорогой Олд. Выбирает 2. Папин Голар 2. И 4, надо было двойку выбрать. Ну ладно, ладно, ребята, ладно, это тоже хорошо. Потому что золотая была. И сейчас еще здесь золотую и спинов два раза. Это такое бывает, интересно, нет? Ребята, спины выбираем, спины. Вика Чекида 1. Нормальная Вика. Вика красава, Вика молодец. Все молодцы, е-бой. Запускаем. Такую я двойную бонуску еще не бачил. Братка, а ты бачил такую хоть раз? Ребята, кто из вас хоть раз такое бачил? И скажите, это всегда занос или это может быть наебка? Ну, вилда. Все. И монет в жопу. Иксой и мы закончили. Иксто и мы закончили. А, нет, иксто мы не закончили. Икс тысячу и мы закончили, потому что там на 2 и на 2. Ой, блядь, это икс 4000. А ставка 2, 8 лямов. Мама, у меня сердце. Сердце, почки, печень, печки, почень. Все прихватило. Только нам надо проходку-то делать. Проходку. Так. Вилды, блять, вилд надо было сейчас. Ну ладно, три проходки. Угу. Трим-тям-тям, тям-тям-тярябарям, тям-тям-тям. Закрывать топ-символ, Алёша. Ребята, две монеты надо добить. Две монеты надо добить. Хорошо, и вилда. Ой, сука. Попутал, а? Показал и убрал. В касание забрал, а? Ну как вот так? Я знал, что такое бывает. X500 я ловил, братик. А, у X500, говорят, ловили. Ну, ладно. Так, кто поможет? Кто? Так. Бобер 163. Вторую бери. Бобер 163 бери вторую. Бобер это хороший парень с Дискорда. Это старый добрый жук. А, можно было много чего-то выбрать опять. Ну, ладно. Ну, бобер хорошо. Так. Цветные пупсики. Я выбираю номер один. Это наш выбор. Цветные пупсики номер один. Мало, плохо, но с любовью, надеюсь. Цветные пупсики. Ну вот, мне кажется, когда он второй раз дает поменьше спинов, наверное, уже. Но это пиздец, ребята, это максималка. Монету в жопу. В жопу. Ладно. Ну, наверное, к сотку он всяко разно должен накидать. Но куда у нас 6 спинов, 5 спинов? Монеты. Монеты, блядь! Монеты можно? Ну что это за нос? Смотрите, за нос. Сколько вот этому? Ну это немного. Это типа немного, но это все равно занос, потому что все на умножении. На уважении. На каком умножении? Все на уважении. Монеты. Ой, пиздец. Топ-символа в жопу! И один раз его в жопу можно было. Ну это сколько? Хорошо. Мало, но хорошо. Монеты. А проходки, ребята. Два в жопу! Его надо было! Ну это получается, что, 80к? Ебать, это. А! Было 80, сейчас 160. 130! А что-то обрезали. Монеты. Понятно. Но не пройдем. Конечно, не пройдем. Блять, ну хуёво. У нас уже 400к, ребята. У нас уже 400к, хорошо. Ебой! Ну чё мы тут расстроились, что ли, а? Ну и ладно. Ребята, 400к. Причем бонус мы тоже с первых спинов поймали. Монеты. Много монет. Эх ты, Вася, блять. Ну ладно.
Ладно, на. Там кто-то писал, что X500 ловил ребята с этой золотой картой. А мы скромные ребята из Иркутской области, родом из деревни, просто забираем X240 и хорош. И хорош. Не будем жадничать. Оставим вот эти свои X еще 200 с чем-то другим игрокам, которые играют. Блять, 3300 на балике, ребята, я не сплю. Я в шоке. Быстро мы поднялись-то, а? Ну теперь самое главное, блять, под конем не оказаться. Мы сейчас на охуенном мощном коне, ребята, с вами едем. Вот так. Главное, под конем не оказаться.